Челябинские чиновники спустят миллиард в трубу. В поселке Сосновка на Чесных построят станцию для обеззараживания воды ультрафиолетом. За чистую воду власти готовы заплатить 927 миллионов. Как обещают в администрации, новое сооружение улучшит ее микробиологические качества. Плюс, по прикидкам властей, такая технология сократит использование хлора при очистке до минимума. Найти подрядчика должны к апрелю, а завершить работы планируют к концу будущего года. Ранее областные власти анонсировали масштабный проект реконструкции очистных, из-за которых челябинцы годами дышат фекальными ароматами. Чтобы избавить город от запаха сероводорода, регион получит взаймы почти 1,5 миллиарда. При этом для решения всех проблем с канализацией нужно в 4 раза больше, порядка 6 миллиардов. К слову, отвечать за многолетнюю травлю горожан никто не будет. Накануне работ по реконструкции глава МУП УВВ ушел в отставку.